Всем привет, друзья! Приветствую вас на моем канале Мол Знать. Сегодня я планирую сделать анимацию такой вот как бы звуковой волны. Честно говоря, до этого я ни разу не пробовал таким способом делать анимацию. Сейчас попробую, посмотрим, что из этого получится. Результаты смотрите в этом видео. Ну вот из всех способов, которые я хотел выбрать, рисование граней, там еще что-то хотел сделать. В общем, ничего особо не получилось, кроме как вот такого способа. Это сделать вот так вот, чтобы он сделал именно шариками, ну, частицами, скажем так. Можно сейчас просто взять какую-то за основу. Куб какой-нибудь, чтобы он кубами рисовал. Ну, сейчас покажу результаты.